Салютасьон, дорогие друзья, с вами Дода Игра Мини-Метро. Итак, продолжаем проходить. Итак, что у нас сегодня? А, сегодня у нас Монреаль. Постройте свое метро, чтобы соединить все острова Монреальского архипелага. Окей, поехали. Да, острова. Что-то первое, что хочется сделать, это вот так. Пока что. Ну, посмотрим. Ладно, поехали. Что-то все такие прямо... Острые берега. Неестественные немного. Интересно, они действительно такие? Ладно. Пока идем. Наверное, на этих островах тоже что-то появится. Почему-то я так думаю. Так, ну пока все хорошо. Два кружка падают не очень, но это пока что не катастрофично, не критично. Можем мы себе это... вполне позволить, ну, как мне кажется. Так, локомотив и... Все, хороший вопрос, что приобрести. Давайте линию, ладно. Хороший был вопрос, что приобретать, но все-таки давайте приобретем линию. Мало ли что, неизвестно, что как пойдет. Будет лучше, если она у нас будет. Заранее, так сказать. Так, здесь давайте вот так вот покороче сделаем. И вообще, скорее всего, будем разрывать, да, этот круг. Абсолютно он не нужен. Хотя нет, давайте зеленую, а желтая у нас вот туда отправится, в случае чего. Кстати, вот на желтой линии нету треугольника. Обидно. Вот так давайте сделаем. Пока что. Стоп. Почему я вообще так сделал-то глупо? Не надо. Когда я вот так могу сделать. Легко. Что-то я затупил. Так гораздо лучше. Так, локомотив и... Ну, давайте еще линию. Здесь надо будет как-то... Так вообще бы по-хорошему связать. Но пока что связывать нечего. Так, давайте вот так вот. Поднял повыше, чтобы вот эту линию сразу запомнить, что она у меня идет наверх, если что. Тоннелей маловато, кстати. Может возникнуть с этим проблема. Блин, вот так вот придется делать. Окей, было бы неплохо вот так вот соединить. Ну ладно. Пока справляемся. Локомотив и тоннели. Два. Два тоннеля обязательно. Ну ладно. Давайте вот так сделаем. Запустим на зеленую линию еще один вагон. Простите, еще один поезд. Видимо, линия у нас будет весьма активной. Так, ну а вот теперь все-таки вот так вот пришла пора сделать.
видимо. Придется сделать вот так. На зеленой линии нету треугольника вот в этой зоне, поэтому он треугольники сбрасывает сюда. Вот так давайте сделаем. На синюю линию, конечно, нагрузочка высокая, но ничего страшного. Так, локомотив и... Блин, сложный выбор. Ладно, давайте линия. Так, на синюю линию слишком большой. Мне нужны тоннели. Тоннели, чтобы вот сюда подойти. Обидно, что их нету. Нифига себе, у нас на желтой линии проблема, прикиньте. Вот уж, как говорится, неожиданно. Но это так. На желтую линию возросла нагрузка, поэтому даже хорошо, что у нас там есть дополнительные эти самые. Дополнительные вагончики. Чувствую, скоро вот на эту линию придется дополнительные вагоны кидать. Точнее, дополнительные поезда. Так, ну пока неплохо. Идем. Ну как же нужны тоннели, господи. Вообще, просто. Блин, ну нахрена мне уже три линии? Они не используются. Вагон. Давайте вагон. Вагон явно понадобится. Да, но, видимо, пока я последнюю линию не открою, то мне вагоны не придут. Но у меня нет времени на это. Точнее, пока последнюю линию не открою, мне не придут эти самые... Так придется делать. Мне не придет, не придут тоннели. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь тоннелей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да, семь тоннелей. Так, на желтую линию надо запускать уже три поезда. Обалдеть. Так, явно нужен еще поезд сюда. Синяя линия вообще просто резко перегрузилась. Не в меру, абсолютно. Тоннели, наконец-то, боже мой. Мне казалось, что уже тоннели никогда не прибудут. Так... Включаем вот эти линии. Не, ну вот это можно подключить, допустим. Вот. Хотя, блин. Вот так, может быть, лучше будет сделать. И еще было бы неплохо. Вот такую, наверное, линию бы сделать. Да. Для того, чтобы вот к этим уникальным трем станциям с квадрата, поскольку на квадрат все можно сбросить всегда, подключались бы. Так, здесь придется этот самый класть. Ставить вагон. Вообще не справляется эта линия. Желтая линия стала очень огромной, и на нее надо срочно сейчас кинуть.
дополнительный вагон. Да-да-да, я знаю, что желтая линия, у вас большие проблемы. Снимем отсюда. Ой, просто караул. Все перегружено. Вот здесь все перегружено. Ой, как много-то и резко. Ну вот так вот. Максимально, что могу сделать. Подспасти. Вообще было бы неплохо хотя бы в 1000 войти, на самом-то деле. Так, красную линию прошу, просто уже буквально прошу, молю вытаскивать. Оранжевую линию. Но здесь, конечно, раз, два, три, четыре. Это очень много. Вот так вот. Проблема в том, что на оранжевую линию мне ничего не удастся запустить. Давайте вот так будем точечно спасать. У меня нету тоннеля для того, чтобы туда пойти. Это означает, что красную линию надо отключать оттуда. Разве что как-то вот так. Не успеет, по-моему. Случилось чудо, она успела. Давайте вот так подключаем. Боже мой, вот это сейчас вообще было очень опасно. Но, к сожалению, что самое обидное, ничего поделать нельзя. Перебрасываемся срочно вот сюда. Локомотив и вагон. Вперед. Так, спасаем. Спасаем точечно. Но это, конечно же, не выход. Как назло, нету тоннелей. Вы издеваетесь? Серьезно? Точка в этом месте? А как? У меня нету тоннеля больше. У меня нет тоннелей столько. Ну так разве только. Но это уже все. Ладно, тут раз, два, три на оранжевой линии уже полный перегруз. Я ничего не смогу сделать. Придется все. Жалко, что до 1200, хотя бы 50 бы мы дотянули, но не дотянули. 1249. 1249. Да, но это сложно прям очень. Ну-ка, давайте посмотрим в меню. Вошли ли мы куда-нибудь? Мы всего лишь в топ-15% вошли. Жестко. А следующую мы открыли хотя бы? А, и открыли и Сан-Франциско, и Сан-Паулу, да? Ну ладно, я думаю, что второй раз мы играть не будем. К сожалению, да, топ-15, но...
во-первых, весьма сложная и как-то, ну, блин, не знаю, не это самое, не судьба как-то, видимо. Ладно, пускай будет такая короткая серия, зато хоть ее посмотрит, может, побольше. Все, в общем, давайте мы на этом с вами закончим. Всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте, если видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВК, ссылочка в описании. Ну а с вами был Дода, всем большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!